Дорогие друзья, приветствую вас на своем канале. С вами я, Зоя Климюк. Подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайки. Михаил Ефремов, вы просили, я даю информацию. Завтра 31 августа, конец лета и суд над Михаилом Ефремовым. Все будет хорошо, дорогие мои, не расстраивайтесь. Молиться надо, кулачки держать тоже надо. Хочу акцентировать внимание на том, что во время заседаний на Михаила Ефремова оказывается энергетическое воздействие, то есть зомбирование. Надо с собой носить иконочку Спасителя, Богородицы. Можно фотографии родителей, отца и матери. Отец и так рядышком стоит у него за спиной, поэтому все будет хорошо. И не помешает иметь листочек с молитвой «Отче наш». Это очень сильная молитва. Ее надо читать как считалочку. И все будет хорошо, друзья мои. Все будет хорошо. Держите кулачки, молитесь. Все раскрутится, все развяжется. Берегите себя, берегите тех, кто с вами. И будьте, пожалуйста, по мере возможности счастливы. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Удачи!